Всем привет! Вы на канале Свинки Шоу, наш канал о морских свинках, и если вы до сих пор не подписаны, то обязательно подписывайтесь на наш канал и не забывайте про колокольчик возле кнопки «Подписка оформлена», потому как именно так вы будете первыми получать уведомления о наших новых роликах, а они интересны, разнообразны, развлекательны, а также полезны, так что оставайтесь с нами. В сегодняшнем видео пофилософствую на такую очень интересную тему: кого же лучше завести, самца или самочку, морскую свинку? Потому как этот вопрос очень часто звучит в наших комментариях. Вы оставляете много комментариев, спасибо вам за это. Люблю читать позитивные отзывы о моей такой YouTube-работе. И что же я думаю по поводу того, кто лучше, самочка или самец? Как вы знаете, у меня живут три самца, и Арнольд, Толик и Валик живут относительно дружной компании, периодически выясняют отношения. Почему я выбрала самцов? Потому что первый у нас появился Арнольд. Арнольд оказался мальчиком, он был один в зоомагазине, и особого выбора у меня на тот момент не было. Он мне понравился, мы его купили. Я не раздумывала насчет пола. Потом я узнала, что свинок нужно содержать парами или группами одного пола, и так у нас появились и другие мальчики. То есть, грубо говоря, у меня особого выбора не было. Как пошло у нас вот с Арнольдом, так впоследствии продолжилось. Вот такие мальчики у меня прекрасные. Но я совершенно не против самочек, я считаю, что все морские свинки прекрасны, каждая из них особенно по-своему, и если вам пришлась по душе какая-то самочка, то, конечно же, вы можете покупать ее. Есть некоторые мифы касаемо того, какой же пол лучше, но это скорее предрассудки, например, из разряда о том, что девочки спокойнее, чем мальчики, очень часто вижу такой миф. Это лишь выдумки, на самом деле никто не может вам гарантировать, что ваша девочка будет ангелочком, что не будет выяснять отношения со своей соседкой, а вы уже знаете из наших видео, что свинок нужно содержать парами одного пола. Так что, как мальчики могут выяснять отношения и устраивать установку иерархии, так и девочки это делают. Но с девочками есть такой момент, что если вы покупаете свинку с какого-то места, где не совсем следили за тем, как же они там содержались, морские свиночки, то самка может быть беременна. Такое случается очень часто, и, наверное, это была одной из причин, почему я лично в душе, вот так вот где-то в глубине души, не хотела иметь самочку, и я даже обрадовалась, когда Арнольд оказался самцом. Но тут уж, как говорится, как повезет. Если вы покупаете свинку у заводчиков, то самочка, скорее всего, будет не беременна. Так что с самками может быть вот такой вот сюрприз, и через 2 месяца после покупки у вас могут появиться еще незапланированно морские свинки. С мальчиками такого сюрприза нету. Если говорить глобально, то поведение самок и самцов как-то в целом не отличается. Они точно так же спят, кушают, едят. Это я говорю из своего опыта общения с такими каналами, как «Чай с булочкой», «Три морские свинки», где живут свинки именно, самочки. Есть некоторые физиологические особенности, о которых нужно сказать в этом ролике. Самочки стреляются мочой, когда они устанавливают иерархию, этот момент не самый приятный, но тут как опять-таки повезет. Бывает такое, что свинки не стреляются вообще мочой, а бывает, что самочки входят во вкус и делают это, но у меня мальчики, и у нас все равно стекла в стеллаже все описаны, не знаю, как они умудряются, но они, видимо, у меня тоже как-то так нечто подобное делают, так что в любом случае, мальчик у вас или девочка, а лучше пара, и по-правильному пара морских свинок одного пола. Неважно, какой у них пол, все равно нужно взять на себя ответственность, нужно ухаживать за ними, вытирать стекла в нашем случае, как в стеллаже, или там делать уборку регулярную, если у вас клетка, потому как независимо от пола животное требует уход и хочет, чтобы его держали в хороших, правильных условиях. Поэтому я желаю вам всем не сильно париться насчет пола, выбирать животное, которое вам по душе, и главное уметь действительно взять на себя ту самую ответственность и сделать животному необходимые условия проживания. И под конец этого ролика хочу озвучить имя победителя нашего конкурса на чашку. Им становится Варя Скрипник. Всем спасибо, кто оставил теплые слова под видео с розыгрышем. А если вы хотите приобрести такую чашку и вы живете в Украине, то вы можете написать нам наш паблик ВК или в Инстаграме нам написать в директ. Так что всем отличного настроения, всем пока!